Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скубер, и это очередная серия моего прохождения Gran Turismo 2 для первой PlayStation. Ну, в прошлой серии, в общем, я изливал желчь по поводу раллийного режима Gran Turismo 2, ну и мы прошли где-то около половины этого режима. Ну, в этой серии займемся более привычным делом. И сейчас, собственно, посмотрим, чем нам можно заняться. Посмотрим, какие чемпионаты еще не пройдены. Их осталось не так много. И вот в спешл ивентах, видите, у нас остались, ну, классические, так скажем, варианты чемпионатов, где несколько трасс и где присутствует система вручения очков за каждую гонку. Вот давайте один из них мы и пройдем. Там ограничение 591 лошадиная сила. Давайте прокатимся на RX7 LM Edition. Посмотрим, что за тачка. Вот, и наконец-таки в нормальном чемпионате поучаствуем. На мой взгляд, как раз именно таких чемпионатов не хватает немножко второй части. Их здесь всего лишь, по-моему, три. Так, ну и как обычно у нас тут пересортится с покрышками. Ставим Super Soft. Ну и все остальное, в принципе, стоит. Так, ну начинаем. Ух ты, не ожидал, что здесь старт прям схода будет. Отпустил немножко газ. Вообще странно, что в таком довольно серьезном уже чемпионате Grand Volley, ну я про трассу Grand Volley East Section присутствует. Гораздо более подходящая здесь была бы, конечно, длинная конфигурация Speedway. Speedway, да, Grand Volley Speedway. Что-то я немножко затупил. Что-то меня с самого начала дрючить начали. Вообще управляемость у этой машины, ну, я ожидал более покладистой. Ух, как ее. У нее избыточная поворачиваемость. В общем, есть у нее признаки болезни адской машины Lotus Elise. Вот что я хочу сказать. Не ожидал я от тебя такого, Маздочка. Совсем не ожидал. Ее еще и подшвыривает. Ох, ё-моё. Ну, благо тут хоть 5 кругов. Да что ты будешь делать-то, а? Вот жесть. Да, и еще, я уже говорил, это в видео о лицензиях, сейчас мне пришлось переучиваться, даже не пришлось, а я до сих пор переучиваюсь, сейчас я вынужден играть на аналоге, на этом своем джойстике, его название вы можете прочитать в описании видео. Джойстик, как я уже говорил в одном из первых самых видео своих, внешне очень похож на джойстик PlayStation 1, но он гораздо хуже по чувствительности. Вообще, вот джойстик довольно убогий. И до этого я все время играл на стрелочках. Ну, то есть не на аналоговом управлении, а пользовался стрелками направлений. Но вот, сдавая лицензию, у меня стрелочка влево благополучно умерла. Абсолютно, просто она сдохла. Она теперь не работает. И сейчас мне приходится пересесть снова на аналог. Почему я не пользовался аналогом? Потому что у него просто очень плохая чувствительность. Он какой-то такой резкий, тормозной к тому же. Ну, в общем, очень мне не нравится, но что делать? И сейчас мне вот просто приходится уже
за неимением ничего лучшего гонять на аналоги, и это очень очень стрёмно, в общем. Поэтому отсюда вот эти тоже ошибки. Может быть, и не так плоха это RX-7, но вот за счет того, что аналог так себя как-то дёрганно ведет, невозможно на нем дозировать вот как-то усилия, поэтому вот так машина себя и ведет, непредсказуемо, козлит и прочее. Поэтому я даже не знаю. Ну вообще, конечно, надо бы купить новый джойстик, но пока нет у меня лишних средств на это. Вот. Придется иметь дело с тем, что есть. Ладно, как-нибудь переживу это. Благо, осталось не так много. Вот. И, в смысле, не так много до конца прохождения Gran Turismo 2. Вообще, вот про этот чемпионат не хватает, да, действительно, во второй части вот чемпионатов, как я думаю, вот именно таких вот с большим количеством гонок, то есть, как вы, естественно, видели, во второй части в основном все гонки одиночные, и это, ну, не, это, в принципе, нормально довольно-таки, но надо было им все-таки поболее сделать чемпионатов с большим количеством гонок. Вот видите, лишь пятым я финишировал, но чем и хорош, собственно, вот такой чемпионат. Здесь 5 гонок целых, то что у нас, видите, очки здесь нам дают, и мы на 5-м месте сейчас в чемпионате, естественно, и на 6 очков отстаем от лидера, и это, ну, в общем, не катастрофа, еще можно будет отыграться. И даже если вы из 5 гонок там провалитесь в 2, то все равно будет шанс, в общем-то, весь сам чемпионат выиграть. Так, мне не нравится, как себя ведет машина. Сейчас попробуем немножечко ее с помощью настроек перевести в более божеский вид, более сделать ее адекватно управляемой. У нее есть избыточная поворачиваемость, плюс ей надо задний мост прижать, чтобы она, чтобы жопу не так закидывала, не так бросала. Ну, в общем, надеюсь, это поможет. Следующая трасса, опять же, довольно сложна, очень техничная, это Laguna Seca Raceway. Но здесь что хорошо, что здесь сам асфальт влажен, здесь нету, не такая она качковатая, более гладкое покрытие здесь. Ну, в общем, посмотрим, как сейчас она себя будет вести. В общем, да, вот эти чемпионаты, давно я по ним уже скучал, по очкам, по этой системе, что здесь уже можно как-то не везде даже выигрывать. Ну, в общем, все зависит от расположения конкретных машин в чемпионате, от их очков, и можно тут смотреть, следить за этим наглядно, так скажем. Вот, и в зависимости от положения в чемпионате можно даже чуть-чуть, ну как сказать, ухлевать, что ли. То есть ту или иную машину, там лидирующую или подбирающуюся к вам, можно ее тут попинать чуть-чуть и отправить в последние ряды, дабы очков она заработала меньше, чем может. Вот, ну, в общем, есть простор для тактического маневра, вот, нежели когда у вас всего лишь одна трасса и есть там всего 2-3 круга, чтобы что-то исправить в вашем личном положении.
Ой-ой-ой. Ну вот, здесь одна из немногих кочек перед поворотом штопора, вот на ней швырануло. А так, кстати, лучше стало управляться. Хотя, не знаю, от того ли, что настройки я улучшил, или от того, что здесь все-таки покрытие ровнее. Надо будет еще на паре трасс прокатиться, чтобы точно понять, что же все-таки дало это преимущество. Вообще, если говорить о серии, ну именно вот сейчас, так как мы играем в Gran Turismo, то о серии игр Gran Turismo мне вот нравилось всегда следить за развитием таких серий через время, да, ну вот, понятное дело, тогда ничего подобного нельзя было отследить, потому что это была на тот момент самая новая часть, но сейчас мы имеем уже, например, 6 частей этой серии игр, и интересно мне всегда смотреть, как вот от серии к серии, от части к части, точнее, развивалась серия, что-то, как графика эволюционировала, что-то добавляли разработчики, что-то убирали. Прикольно это сейчас с высоты, так скажем, прошедших времен это отслеживать и наблюдать за этим. Прикольно, конечно, что даже вот на одной платформе, вот сейчас первая, вторая часть, даже в них есть отличия, в том числе и по графике, хотя вроде бы железо одно и то же, но вторая часть, она, конечно, выглядит лучше. Машины стали более высокополигональные, модельки машин. Ну и, соответственно, естественно, количество машин возросло, количество трасс. Ну, в общем, почти во всех аспектах она стала больше, шире, лучше. Ну, правда, насчет лучше тут гораздо спорнее вопрос. Факт, что все, что они тут ввели, оно вообще нужно было. Ну, экспериментировали, с другой стороны, тоже это нужно. Сейчас, благо, гораздо проще следить за мнением аудитории, ну, с развитием интернет-технологий и прочего. Напрямую можно отслеживать. Тогда, конечно, это было гораздо сложнее, но тем не менее. И мне будет очень интересно переехать на новую платформу и посмотреть на то, как же изменилось вот, по сравнению со второй частью, третья часть Gran Turismo на PlayStation 2. Потому что сколько раз я уже повторял, но скажу еще раз, в нее я не играл, третью часть, и прям мне будет очень интересно глянуть, как же изменилось, ну, в том числе, естественно, и графически игра большой шаг вперед сделает, ну и как-то геймплейно, может быть, что-то там поменялось. Вот какие отличия, опять же, третьей части от четвертой, потому что четвертую я играл в свое время, проходил. Вот так, ну вот, одержали мы победу, сразу поправили свое положение, всего 2 очка теперь уступаем лидеру, но расслабляться рано, опять же таки впереди еще целых 3 гонки, и все еще может быть, накал страстей, в общем, возрастает. Так, следующая гонка, что у нас? О, Deep Forest. Вот как раз на ней можно будет посмотреть, повлияла ли настройка машины. Потому что трасса довольно извилистая, и есть тут и кочки. Посмотрим сейчас. Ну и, кстати, если еще говорить о противоречивых каких-то идеях разработчиков из Polyphony Digital, то, наверное, конек первенства в этом держит пятая часть, безусловно, на мой взгляд, потому что к
Как мне кажется, в пятой части они ну просто замахнулись на необъятное. Просто хотели объять необъятное. Там, по крайней мере, по рекламным роликам, перед тем, как игра еще вышла, они там обещали, что там будет и полноценный раллийный режим, и что кольцевые чемпионаты чуть ли не официальные лицензии, они там скупили DTM, по-моему, даже WTCC, ну, в общем, куча кольцевых гонок. И в итоге, во что это все вылилось, ну, это просто уму непостижимо, это... Ну, на грани провала, в принципе. То есть, как они распорядились... А, еще же Формула-1 была лицензия у них. То есть, появились формульные болиды. Они там сотрудничали с Red Bull, с Эдрианом Ньюисом им. То есть, обещало это все нам, конечно, очень какие-то солидные дивиденды. Но то, как они этим воспользовались, ну, это просто безобразно. Ну, серьезно, раллийный режим, обещали полноценный чемпионат, а в итоге получилось, ой, ну, каких-то непонятных там три трассы. Да, они попытались там чемпионат сделать, тоже там несколько трасс, даже машин стало на трассе не две, а там четыре или шесть, по-моему, даже. Но все равно это было настолько убого, что... Просто кошмар. Формула-1, естественно, там вообще ничего не получилось. То есть просто было пару болидов Феррари в игре, и ни во что это вообще не вылилось. Этот концепт-кар Red Bull X1, ну это, блин, ну я не знаю, это не машина, это что-то такое, мега-тарелка какая-то летающая. Мне этот концепт-кар тоже абсолютно не понравился, он абсолютно нереальный. Да, это вроде как он позиционировался, как если бы вот в Формуле 1 не было бы... А, вот опять вылезло здесь окошко это чертово. И управление машиной я потерял на мгновение, и вот меня тут же обошли, блин. Вот, и, ну, надеюсь, сейчас удастся отыграться. Ну, в общем, пятая часть, она получилась очень противоречивой. Несмотря на то, что продажи у нее громадные получились, но это скорее заслуга маркетинга, заслуга рекламы. Очень Sony, в общем, разрекламировала игру. Это, конечно, получилось у них хорошо. Но плоды, они, в общем, этого... стали пожинать только в шестой части. То есть, разочаровавшись многие геймеры, вот купив пятую часть, они не пошли в магазины за шестой. И это ощутимо, конечно, вот по продажам шестой части. Она, ну, у нее гораздо меньше продажи, чем у любой предыдущей части игры. Вот, и в общем, хотя шестая часть, на мой взгляд, она гораздо лучше пятой. То есть, да, ее уменьшили там, убрали оттуда много ненужных каких-то элементов. Ну, из этого она... Да что ты будешь делать? Ну, вот опять воткнулся, чуть-чуть подбросила на кочечке. Ой, и, блин, за полкруга шестые, да. Ну, вот те самые неожиданности, о которых я говорил. В общем, все равно довольно... сложно управлять этой машиной. Ну, опять же, не знаю, какая тут заслуга самой машины, какая аналога. В общем, аналог, конечно, на моем джойстике просто убогий. Так вот, закончу. Считаю, что шестая часть, она намного продуманнее, намного четче сделана. Да что ты, ну вот опять чуть-чуть подбросила. Хотя, блин, догонял двух лидеров. Ну, третьими вот финишировали. 4 очка. А, уже 6 очков снова от лидера. Ну вот, видите. Но все равно шансы еще не потеряны. Все еще
впереди. Еще есть шанс отыграться, правда, сейчас уже довольно сложно. Сейчас уже надо будет, как я и говорил, прибегнуть, наверное, к какой-то тактике. То есть я смотрю, что RX-7, наверное, самый наш серьезный соперник, и надо будет его как-то сейчас немножечко унизить. О, и трасса хорошая, Midfield Raceway. И здесь, наверное, придется прибегнуть к тактическим хитростям. Вот, да, мы сейчас посмотрим, как этот RX-7. Может, здесь его кто-то и так обойдет. Потому что если даже выигрывать, а он будет финишировать вторым, то мы всего сможем отыграть, ну, в общем, 2 очка за каждую победу. Если он будет вторым, там разница всего 2 очка. Между первым местом и вторым 8 очков за победу, 6 за второе место. А мы уже отстаем от него на 6. Осталось всего 2 трассы. Вот это и еще следующее. Так что надо его, надо эту RX-7 постараться закосячить, дабы отыграть у нее не 2 очка, а чуть побольше, чтобы он хотя бы третьим финишировал. Вот. Ну, будем смотреть сейчас. По обстановке, в общем, действовать. Так, в принципе, на этой трассе вроде бы особых проблем нету. Тоже достаточно она такая ровная, плавная. Асфальт гладкий. Поэтому особо не кидает здесь, не швыряет. Управлять машиной гораздо приятнее и легче. Ну, сейчас еще кружок так завершим. И там уже посмотрим. Так вот, я продолжу. В общем, о шестой части считаю, да, что она гораздо более сбалансирована лучше, нежели пятая была. Да и графически она поприятнее. Да, она не сильно ушла вперед от пятой части, но насколько ж там классное освещение, это дает. Ну, много-много ей очков вперед. Выглядит картинка гораздо более ну, четче, гораздо более реалистичнее, что ли. Мягче где-то. То есть освещение — это очень большой плюс. А хорошее освещение — это вообще шикарно. Ой-ой-ой, ну вот, чуть не закрутило. Так, ну мы вот оторвались от группы преследователей. Не очень понятно, кто же там в их группе лидирует. Но, скорее всего, мне кажется, все-таки RX-7. И... Ну, надо все-таки... Давайте-ка притормозим, посмотрим. Да, лидирует RX-7. И надо его... унижать. Надо его унизить просто сейчас. Благо мы тут, в принципе, довольно быстры, и надо дать его обогнать другим участникам. Надо все-таки дать кому-то еще полидировать. Так, вот уже его, по-моему, обошла Сильвия, как раз таки, которая у нас тоже есть, Сильвашка это. Так, вот он у нас второй, но этого мало. Надо, чтобы вот еще пару этих ребят его, наверное, обошли. Потому что Сильвию он уже обратно ее догнал. Посмотрите, насколько он быстрее. Он, в принципе, на прямой не намного медленнее нас. Сейчас, парень, подожди. Ой, помню, мы когда с Лехой проходили Гран Туризма вторую, мы очень часто прибегали вот к такой методике, то есть закосячить ту машину, которая, ну, или впереди нас, или очень близко к нам, так вот ехать с ней и бок о бок, и контролировать ее темп,
Если только чуть-чуть она начинает снова вырываться вперед, то снова ее косячит. Но надо и нам уже прибавлять, потому что Сильвия-то уехала довольно-таки далеко вперед. Но даже если Сильвия выиграет, в принципе, это не так страшно. Главное побольше очков отобрать у RX7. Так, вот две Сильвии. Ну да, лидера уже не догоним. Здесь мы всего лишь вторые. Но это нормально. Это хорошо. То есть сейчас получается. Да, он финишировал лишь пятым. 2 очка. У нас 6. Мы разом 4 здесь отыгрываем у него. И между нами останется всего 2. Ох ты, какая плотная ситуация, гляньте, в чемпионате. 2 очка всего разделяют 3 болида. Вот, и сейчас и Сильвия подтянулась к нам за счет этой победы. Но финальная гонка будет напряженной. Там вот, я даже не знаю, как вот здесь подсчитываются очки, вот при равенстве очков, кого поставят вперед. То есть в реальности, естественно, поставят вперед у того, у кого лучшие результаты. Но если побед одинаково, то там вторые места будут считать, третьи и так далее. Здесь же я не знаю. Потому что в первой части, первая часть вообще грешила тем, что она неадекватно как-то ставила участников чемпионата, если у них равное количество очков. Подсчет был каким-то, не знаю, неадекватным. Здесь же не знаю, пофиксили это или нет. Но если мы выигрываем, а, например, второе место занимает кто-то из наших соперников, у нас будет равное количество очков. И вот в этот в таком случае я не знаю, кого поставят выше. Потому что, по идее, конечно, должны поставить нас на первое место, потому что если мы выиграем, у нас будет 3 победы, ни у кого здесь и близко такого результата нету. Но не знаю. В общем, здесь, по идее, надо косячить две машины. RX-7 и Сильвию. Так вот, в идеале. Не знаю, это уже игра с огнем просто. Задача сложная, но интересная. Так, вот опять мы закосячили RX-7. Ой-ой-ой, вот это плохо. Что еще и нас закрутило. Ну ничего, Apricot Hill трасса, она тоже нам подходит. Она довольно гладкая. Да, что ты будешь делать? В принципе, здесь мы достаточно быстры по отношению к соперникам. Сейчас надо догонять, смотреть, что там за обстановка у них. Да, приходится вот так беспредельничать. Но что поделать, это суровые будни гонщика. Да, представляю, вот так вот, допустим, в Формуле-1, да, сейчас бы Росберг, например, отставая по очкам от Хэмилтона, серьезно, он бы, ну, просто ничего лучше бы не нашел, чем выбить Хэмилтона, например, в каком-то из поворотов. Аккуратненько и нежно поддев его, допустим, под заднее колесо. Но благо это игра, и здесь есть, конечно, какие-то условности, и нам это позволительно. Так, вот RX-7 уже снова на третьем месте идет, а лидирует как раз-таки Сильвия. И вот надо бы сейчас закосячить их обоих. Время еще есть. Так. Он больше себя закосячил. А, ну нет, RX-7 все-таки прошел еще и, по-моему, это Лева. Ну, Левин. Так, это MR2. Но MR2, что-то смотрю, совсем слабенький. Так, вот, есть. Вышиб его совсем, вот. После такого он уже вряд ли оправится. Его прошел даже, по-моему, МР2.
Теперь самое главное доехать еще до Сильвии лидирующей и закосячить ее. Да, он сейчас идет позади всех. Но тут мы просто как истребитель какой-то. Он нас уже, наверное, проклинает всеми непотребными выражениями, которые только знает. Так, ну здесь смотрите, какая плотнейшая группа просто. И две Сильвии тут сражаются. Ну вот оранжевенькую-то нам надо тоже бы закосячить. Хотя бы, чтобы эти двое ее прошли. Так. Не удалось. Да. Нет, все-таки отжали. Хорошо. Блин, тут и RX-7 уже рядом. Ну просто жесть. Тут вообще все на волоске. Бы еще самому выиграть. Так, ну Сильвия, по-моему, сейчас третья идет в той группе, но она, блин, настолько плотная, что там все может измениться буквально с каждым поворотом. Ну, блин, еще и Левин этот ошибся. И она уже вторая опять. Что ты будешь делать, а? Ух ты, нет, смотрите, снова ее прошел Левин обратно. Ну, просто какая борьба-то плотная. Отлично. И снова они борются между собой. Обалдеть. Так, ну, в принципе, нам надо уже прибавлять, нам надо выигрывать. И сейчас довольно большой отрыв между вторым и третьим местом. Не думаю, что рыжая Сильвия достанет синенькую. И, в общем, надо уже устремляться вперед. Главное, чтобы там RX-7 под шумок не выбрался на второе место тоже. Фу. Довольно было сложно и интересно. Но надеюсь, что все эти махинации приведут все-таки к успеху и буквально на волоске. Да, второй финишировала, по-моему, нужная Сильвия. RX-7 лишь четвертая. Ух ты, нет, вы смотрите, 28 очков. Ксанави Арты, так это мы не ту Сильвию косячили. Ого. Да, вот это я едва сам не профукал чемпионат. Но благо здесь, видимо, пофиксили вот то, что я говорил. И даже при равенстве очков вот поставили вперед меня, а не вот эту Сильвию Ксанави. Вот, кубок и 100 тысяч за общую победу в чемпионате, видите. Даже несмотря на то, что мы не все гонки внутри чемпионата выиграли, но стали все-таки чемпионами, получили золотой кубок и 100 тысяч рублей. Так, ну и естественно машину, смотрим. Что же нам дали? И это... Ага, это как раз таки... Нет, это был не... Не Левин, это был Троена, вот который сейчас с нами в чемпионате и участвовал. И нам его и дали. Ну, ладно. Тоже неплохо, в принципе. Неплохая машинка. Благо, она гоночная уже, полностью прокачанная. Не очень мощная, конечно. Но, ладно, и на том спасибо. Так, ну что же, чемпионат занял у нас... Этот вот довольно длинный чемпионат занял все время серии. На этом давайте попрощаемся. Спасибо огромное, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось наше такое необычное прохождение этого чемпионата. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравилось. Комментируйте. Мне очень приятно с вами общаться в комментариях. Ну и что же, с вами был, как всегда, Скудер. Всем пока-пока. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи!